Деятельность запорожских городских и областных властей оценили в Киеве. В итоге за первый квартал 2012 года Запорожская область оказалась на 10-м месте. Об этом по телефону из Киева сообщил председатель облгосадминистрации Александр Пеклушенко. Оценку проводят с учетом многих параметров, основными из которых являются экономические показатели, а также уровень преступности и экология. 10-е место – это достижение, считает Александр Пеклушенко, ведь в 2011 году наш регион был на 19-й позиции. Это заслуга всех трудовых коллективов, это заслуга всех работающих и живущих в Запорожской области. И я уверен, что мы этот успех не только сохраним, но и приумножим.